С 2022 года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учебы устроятся работать в региональные государственные медицинские учреждения, в том числе по таким востребованным специальностям, как врач скорой помощи, врач-кардиолог, врач-онколог. Выплаты предусмотрены для 30 выпускников. Привлечение новых кадров в здравоохранение Тверской области и поддержка медицинских работников стали одними из тем на пресс-конференции губернатора Игоря Рудени по итогам 2021 года. Она состоялась 15 декабря, в среду. Сегодня в регионе обеспеченность врачами и медицинскими специалистами в здравоохранении составляет чуть более 70%. Тверская область серьезно конкурирует за кадры с московской агломерацией и субъектами Центрального федерального округа. Поэтому мы систематически принимаем новые меры по привлечению медиков, сказал Игорь Руденя. В этом году в регионе был разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе выпускниками медицинских учреждений. Учреждений образования. Так была активизирована программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении в Тверском государственном медицинском университете. Кроме того, на 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медицинских специальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ составляет 36 тысяч рублей по программам специалитета и 75 тысяч рублей для обучающихся по программам ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей ежегодно выплачивается 12 тысяч рублей.